В Нерюнгринском районе готовят к сдаче новое общежитие для воспитанников республиканской футбольной школы. Объект построен при поддержке фонда будущих поколений. Он решит проблему жилья для иногородних спортсменов. Галина Якимчак продолжит. Республиканская футбольная школа была создана в 2009 году. Только в Нерюнгринском районе ее воспитанниками являются более 500 мальчишек разного возраста. А филиалы ее располагаются во многих улусах республики. По республике занимается более 1000 учащихся. Это включая и футбольную школу города Нерюнгрин, и филиалы, которые находятся в городе Якутске, и по улусам, ну, в общем, по всей республике есть возможность. Учебно-тренировочный процесс построен так, чтобы воспитанникам было удобно посещать занятия в обычной школе и тренировки, а также оставалось время на свободную деятельность и отдых. Среди воспитанников школы немало иногородних ребят, главным вопросом которых является вопрос жилья. Но эта проблема тоже в скором времени разрешится. В ближайший месяц свои двери откроет для мальчишек спальный корпус интерната. Мы ждем этого открытия нашей новой базы, получается, уже где-то, не знаю, вот, с конца лета. Вот. Мы все очень ждем, чтобы туда заехать, потому что там, ну, условия обитания очень хороши. Буквально напротив главного стадиона города Нерюнгри, Горняк, где проходят все тренировки ребят, построен и уже готовится к сдаче в эксплуатацию здание общежития. Это стало возможно благодаря поддержке целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия. Правительством Республики Саха-Якутия было принято решение о строительстве спального корпуса интерната для футбольной школы. Включили фонд будущих поколений, и фонд будущих поколений по своей программе начал строительство спального корпуса. Для строительства данного здания фонд заключил договор с подрядчиком на сумму в 164 миллиона рублей. Благодаря этим ассигнованиям в Нерюнгринском районе и было построено общежитие для ребят-футболистов на 80 мест, открытие которого они так ждут. Спальный корпус школы-интерната, помимо жилых комнат, будет оснащен медицинскими помещениями, кухней и столовой, прачечной, комнатами самообразования и камерами хранения сезонной одежды. Теперь у воспитанников футбольной школы будут все условия для новых побед на поле. Галина Якимчак, Семен Амусов, НВК Саха, Нерюнгри.